Всем добрый день. Мы находимся в Москве. Это район Захаркино. И мы будем на речном трамвайчике переправляться на Северный речной вокзал. Видите, вот здесь, там выставка военной техники. По карте тройка мы будем отправляться. Вот стоимость оплаты, там стоимость метро. Била, не то, что у нас сада, чуть дальше, которая с той стороны. Мы прибыли на противоположный берег, это Северный речной вокзал, вот наш кораблик, видите, речной транспорт Москва-1, вот, дети едут до 8 лет бесплатно, 15 минут мы путешествовали, сейчас последние дни лета, я вам советую, в общем-то, тоже попутешествовать. На этом всем пока!